Дорогие мои друзья, внучата мои милые, да-да, это я, главный зимний волшебник, российский Дед Мороз, поздравляю вас всех с Международным днем защиты детей. В этот день замечательно, желаю вам добра, здоровья, всего самого наилучшего. Гуляйте, находитесь на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Да и о учебе не забывайте, читайте книжки, готовьтесь к новому учебному году. С праздником!